И давно ты работаешь в почтовой службе? Так это ты был там? Жаль, что твоя деятельность привела тебя к нищете. Занятная посылка. Кто предполагаемый получатель? Давай обсудим это сегодня за ужином. Лучше за обедом. А, я не могу. Как насчет Савоя 8? Прекрасно. Ты будешь в своем обличье? Скорее всего. Трое мужчин следят за тобой уже полмили, и их мотивы крайне сомнительны. Между прочим, они и не следят за мной, а сопровождают. И вместо трех там должно было быть четверо. Поосторожнее с посылкой. Тебе сейчас не обо мне нужно беспокоиться. Поосторожнее с лицом, мальчики, у нас сегодня еще свидание. Не налегай на мучное. Забыл, как дальше. Кажется, вспоминаю.